Друзья, всем привет. Тестирую снайперку на TX850. Ну, пришлось закрепить вот таким образом, так как здесь расстояние шире, чем между ушами катушки. Ну, пришлось вот так вот выкручиваться. Ну, потом сделаю какой-нибудь переходник. Это не проблема. Так, ну что я могу сказать по самой катушке. Цели разделяет хорошо. Вот две находки есть. Но так как здесь была вода, я лишь могу судить по размеру, что это двушка, это трешка. Сильные окислы на ней, грязь на монетах. Поздние советы. Герб он прослеживается на двушке. Годы не скажу. Вот это вот все место было затоплено. До где-то вот до сюда. Здесь стоял понтон, лодочная станция. Ну, сейчас вот это место просто изжило себя, так скажем, высохло. Небольшая лужа осталась. Так называемая заводь реки была. Вот здесь попробовал. Я со штатной здесь ходил и, ну, так скажем, ничего не мог выкопать из-за того, что сигналов было куча, все перебивали друг друга. А вот, пожалуйста, снайперка все-таки вещь. Ребята, вот находочка. Не знаю, сфокусируется, нет. 100 лет со дня рождения Ленина. Юбилейный рубль. Отлично. Катушечка могет. Ссылку оставлю в описании. Приобретайте, работает. Вон там, друзья, был рубль. Юбилейный. А чуть-чуть вот сюда прошел. И вот 2 копейки 57 года. К сожалению, плохо фокусирует. 57 год, 2 копейки. Ну, еще до этого здесь же было 2 копейки 61. Но я и не стал снимать. Не нравятся мне поздние советы. Но все равно беру. Ранние советы очень нравятся, потому что у них сохран хороший, чистится хорошо. Но факт то, что катушка работает,